Всем доброе предоброе утро. У нас такой ветроган, всю ночь ветер был, сейчас ветер, в общем, но не холодный. Тепло на улице, жарко, можно даже сказать. А я тут изощряюсь. Как вам такой бутерброд? Пишите в комментариях, ели когда-нибудь? Я думаю, у меня есть икра, которую надо доесть. Есть авокадо, который тоже надо доесть. Почему бы не сделать бутерброд? Мне кажется, будет вкусно. Вместо масла авокадо, почему бы и нет. Так что вот, я сегодня не хочу краситься. Не хочу и все. Завтракаем и вперед. Фиакра свела. А на обед у меня будет фасолька. Я уже ее вчера сварила. И потихонечку хожу ворую. Такая вкусная. Просто вареная. Обожаю фасоль. Вообще все обожаю. Всю растительность. И сладкая. Вчера на море шторм был, когда вот я уже выходила с обеда. А сегодня ничего, так нормально. Море, правда, какое-то темное. Чарли, бен таки. Ну, волны, конечно, есть там, но не сильные. Я с такими бы купалась. Смотрите, какие хотя прям такие. Прикольные. Ну, вода для меня уже прохладная. Вчера женщина одна. Да ты что, вода шикарная. Ой, ты просто не знаешь. Я говорю, ну как не знаю, позавчера купалась. Да? А мне прям она шикарная. Ну вот и я про то, что одним она шикарная, вторым она холодная. Одним жарко, другим холодно. Кстати, знаете, у нас позавчера было утром, я выезжаю, 18 градусов, а сегодня 26. То есть представляете, да, какая жара сегодня будет днем. И ветер оливковый, пахнет оливками. Не знаю почему. У нас опять где-то что-то стреляют. Я, кстати, с мусором. Сегодня хотела утром выбросить его. Но там, куда я выбрасываю, ну, то есть, где много всяких для пластика, для бумаг. Перед моим носом прям взял какой-то грузовик. Остановился, припарковался там. Сзади меня, естественно, было три машины уже. То есть выбросить мне не было возможности. Так что пришлось ехать с мусором. Ну, мусор такой, знаете, пластиковые бутылки, картон. То есть не вонючий. Может и со мной покататься, ничего страшного. У нас сегодня тут на нашей горе все моют, все убирают, красят. Свет там делают. В общем, вообще прям... К празднику готовятся. Супер-пупер. Не, механик, ручной тормоз, он у меня был слабоват. Ну, то есть ставила машину на ручной тормоз, а она у меня все равно ехала назад. И я ему говорю, подкрути мне немного. Он меня так подкрутил, что я теперь его вообще не могу поднять. А мужу говорю, мне теперь нужно это, говорю. Силы где-то брать, чтобы поднять этот ручник. Он говорит, он потом ослабнет. Представляете, как он мне его подкрутил. Я когда первый раз такая поставила, думаю, это что? Это как я так буду делать? Одной рукой, конечно, рулить не очень. Видите, у нас везде вот эти повесили. Ночью они все горят. Все красиво. Смотрите, какие у нас красивые. Вход в дом. Классно, да? Ухаживать, конечно, за этим. Тут у нас ресторан. Там очень красивый вид с той стороны открывается на море. Замок наш. В общем, вот такие дела. Продепилировала себе усики, брови. И еду домой. Не, ну и поработала, естественно. Куда без этого? И еду домой. Еще у нас везде поставили вот такие штуки. Ну что, типа, парковаться нельзя. Только непонятно, ничего не написано, поэтому
Я в одно место хотела поставить машину, там вот эта штука стояла. Я думаю, вдруг нельзя. Вот так вот. Мы едем, едем, едем. Видите, там что-то грузят, разгружают. Еду медленно, потому что я видела, автобус передо мной ехал. Некуда спешить. За автобусом ехать тоже, знаете, опасно. Потому что машины паркуют как хотят. И иногда автобус не проезжает и просто вызывает полицию. И все, видите? Поставили эти штуки, никто не паркуется. Вот я не знаю. Тут хотя вот стоит и припарковалась машина. Хреново припарковалась. Вот в этом баре мне всегда оставляют сейчас почту. Ну, не почту, а посылки. Раньше у сестры в магазине, они его закрыли. Смотрите, какой у нас вид шикарный. Женщина, не танцую. Женщина, не танцую. Улыбаться. О, дорога открыта. Автобус уехал. Ну все, я поехала домой. Крылышки жарить. Мои крылышки отправляются в духовку. А пока не будут в духовке начну готовить зеленую фасоль. Какая лафа, что можно все открыть. Ну, я так думаю, ничего не улетит. Ну, есть небольшой ветер, но небольшой. Пока я буду готовить, я сейчас пропылесосю, потому что с улицы, несмотря на то, что у нас здесь нет никаких цветов, ничего, но с улицы нанесло какие-то листики от цветов. Какие-то не, причем не моих цветов, а каких-то непонятных. В общем, диван мой, смотрите, вчера так я удобненько лежала, что он весь вот так, ой, выглядит. В общем, буду, немножко приберусь. В конце за 5 минут добавляем хамон. Перемешиваем, ну и буквально минуты, даже не 5, минуты 2, чтобы хамон, потому что если он пережарится, он будет как сапог, поэтому даже вот так просто перемешать и все, и готово. Ням-ням. Очень пить хочется, и тут я вспомнила, что у меня есть супер-пупер компот вкуснянский. И сладкий. Я вот теперь думаю, где мне такую стевию взять, листочков. Надо каких-нибудь гербалайфов поискать. Потому что именно вот для компота в листочках классный. Как чай. Пойдем дальше. Убираться. Смотрите, какая прелесть получилась. И это с этим и десерт. Всем приятного аппетита. Дискотека какая у нас. Я иду с Чарли гулять. Поздновато? Да. Сейчас расскажу, почему. Смотрите, у нас такие закаты.
каждый день розовые. Прикольные. Так классно. Красота. Природа все-таки это красивая штука. Я что-то не ожидал, что так темно будет. Время около 9. А темень такая. В общем, мы вышли попозже, потому что сегодня стояла невероятная жара. Наверное, градусов 35-38. Я не знаю, будете меня видеть, но слышать точно. Вот. И я сидела дома такая, сидела время около 5. Я прям сижу вот так вот, потею вся. Думаю, ну и нафиг я пойду пыжиться, когда можно после занятий сходить. И зато сейчас хорошо, прохладно. Здрасте, приехали. Это бойкот, что ли? Ты что там улегся-то? Ой, вообще не видно. Там что-то хлопают. Вот он улегся. Маму, ну пасанада. Вот, и говорю, после занятий схожу. Бойкот. Что-то стучит на барабанах, что ли, кто-то? Непонятно. Этот же за серией еще тот. Всего боится. Нет, вот очухался, бежит. И, в общем, вот так. Я вчера на занятиях усилила вес гирь. И сегодня хожу как старушка. Мне кажется, мои мускулы и все мои сухожилия скрипят так. С каждым моим шагом, потому что... Блин. Так погуляли мы. Видите, когда я его не беру, он вот так садится и все. Нет, это не так. Он не так садится. Что-то он вроде как и хочет, и боится, и не боится. Там всего лишь барабаны какие-то. И вот иду. Сейчас на сумбе еще как... А, еще я такой дурак вообще. Все дуры еще там. Я, короче, второй день осталась без зумбы. Без зумбы? Без бассейна. Второй день осталось. По основной простой причине. Как я говорила, сумку-то я собрала. Все, и полотенце взяла. Шапочку, очки. Все как надо. Такая деловая. И на сумбе такая пляшу. Так думаю, блин, я, по-моему, купальник забыла. И оно так и было. Купальник я забыла. В общем, опять без бассейна. Так обидно. Я вот не люблю эту сумку собирать, потому что такие мелочи, например, шапочка, очки, купальник. Купальник в одной стороне сушится, очки в другой стороне. И все это собрать для меня это очень сложно. Память-то уже не девичья. Поэтому как бы вот так вот. Ой, ну ладно. Завтра, может быть, схожу на сумбу. И по... Ой, на сумбу опять. На сумбу-то я схожу. На это, в бассейн. Смотрите, какой у нас месяц там. И небо розовое. Розовый фламинго. Дитя заката. Розовый фламинго. Ты был влюблен когда-то. Та-ра-та-та-та-та. Чарли дела делает. Его все равно не видно. Там готовятся к Святой Неделе, уже, представляете? И вот как все это выглядит. Чарли, что, боишься? А что ты боишься-то? Это всего лишь барабаны. Ну, прям как на Святой, на Страстной Неделе. Блин, погулял называется. Чарли, я уже на спорт сходила. Мне уже не нужны силовые нагрузки. 6 килограмм. Чарли. А ему по барабану. Неси. Неси меня. Смотрите, как красиво у нас тут пальмовая аллея. А там церковь стоит. Класс. Вообще гулять вечером есть свои прелести в этом. Кстати, комары не кусают. Странно, мы около болота. Ну, в общем, мы погуляли, как вы могли бы заметить. Там у меня готовится рис. Ой, кстати, он почти сготовился. Здесь у меня яйца отварила. Вы знаете, я все время читала, что чтобы яйца не лопались, нужно добавить уксус. Никогда не верила в это, но добавила уксус. Потому что
Так как вода сильно нагревается быстро, рис отварился, из-за вот этой плиты она быстро нагревает воду, яйца не успевают, температура как бы сильно повышается и лопаются яйца. Добавила уксус, смотрите, все яйца целенькие. Конечно, вонище уксусом еще та стоит по всей квартире. Ну ничего, выдохнется, все открыто кругом. В общем, что я хочу с этим делать? У меня есть вот такая морская капуста, в Китае покупала, вот видите. Я не знала, что с ней делать. У меня где-то еще пакет открытый. Или это уже открытый? А, это открытый, оказывается. Ну, значит, у меня где-то закрытый должен быть. Ну, в принципе, ей очень мало надо. Видите? Пахнет, кстати, сушеной воблой. Пахнет сушеной воблой. Классная. И, в общем, вычитала рецепт. Не вычитала, а просто на просторах интернета нашла один рецепт для этой капусты. Завтра буду пробовать. Так что оставайтесь со мной и будете пробовать вместе со мной. Если он будет обалденный, то я вам обязательно расскажу. Кстати, там он не калорийный, без майонеза, без всякой фигни. В общем, подписывайтесь, чтобы быть в курсе внимания, в курсе событий. И что я еще хотел сказать-то? Охрен его знает, что я хотел сказать-то. Понятия не имею. А, хотела спросить. Если у вас есть какие-нибудь рецепты с этой капустой, то напишите, пожалуйста. Потому что я хотела из нее делать, типа вот, как ее вообще делать? Как вы с ней работаете? Как с ней надо общаться? И знаете, из этого листика такое листище большое делается, что... Ого-го. Ее прям чуть-чуть надо. В общем, если у вас есть какие-то рецепты, и вы готовили такую капусту, то поделитесь рецептом, пожалуйста. Я же с вами делюсь. Ладно. Буду с вами прощаться до завтра. Заготовки уже сделала. Будем завтра кушать с вами вот этот салатик. Всего вам самого наилучшего. И встретимся с вами завтра. Всем пока-пока.